Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. Микрофона Мария Кожевникова. Региональный Минстрой теперь отвечает только за строительство. На сайте правительства региона опубликовано постановление, по которому полномочия Министерства строительства и ЖКХ сужаются. Новое название этого органа – Министерство строительства. А за коммунальное хозяйство теперь отвечает Министерство энергетики и ЖКХ. Раньше оно занималось вопросами промышленности, но теперь курирование этой сферы, как и строительством, поручили отдельному министерству. Всего изменения, касающиеся перераспределения полномочий, затронули 5 министерств регионального правительства. Дайджест недвижимости. Покупатели квартир в Кирове обычно добиваются 7% скидки. Такой средний показатель назвали аналитики компании Realty Group, изучив поведение покупателей и продавцов на региональном рынке жилья. По данным агентств недвижимости, на вторичном рынке почти половина собственников соглашаются снизить цену на квартиру во время торга. Средний размер скидки составляет 7%. Активно предлагают скидки и бонусы и на первичном рынке жилья. Некоторые застройщики объявляют акции на скидки до 20%. В индивидуальном порядке клиенту может быть предоставлена скидка от 3 до 10%. Отмечу, сейчас в Кирове продаются более 16 тысяч квартир и порядка 1 тысячи индивидуальных жилых домов. В среднем покупатель смотрит 4-5 объектов, прежде чем принимает решение о покупке. Дайджест недвижимости. Ипотечные ставки на жилье в новостройках и на вторичке сравнялись. Это произошло впервые в истории ипотечного кредитования, сообщает Дом.Лента.ру со ссылкой на компанию Metrium Group. На начало октября средний размер базовой ставки по ипотечным кредитам у 10 крупнейших банков, на долю которых приходится 92% всех выданных кредитов, составил 10,24%. Изначально первичный рынок жилья банки вообще не кредитовали, напоминают аналитики. После того, как финансовые организации пошли на этот шаг, ипотечные ставки на строящееся жилье все равно всегда были выше, чем на готовое. Отмечу, ипотечные ставки в последнее время не только выровнялись, но и достигли своего исторического минимума. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.